Привет, друзья! Это мое новое видео. Записываю я вам его из Италии, из нашего маленького, но симпатичного города Монтекки. Мы обосновались, разложились, обустроились и уже немножко наладили наш быт. По прибытию в Италию мы отсидели, как положено, карантин, были дома, тренировались, особо ничего не снимала, потому что замкнутое пространство, и мне кажется, когда нет движения, не так интересно. Но теперь, наконец-то, мы на воле, на свободе, познакомились с нашей новой командой, с тренерами, с девчонками, пошли в ритм, и я готова вам показывать и рассказывать об интереснейшей жизни здесь и о красивых местах, в которых мы находимся. У нас сейчас 8 часов утра, совсем скоро мы выезжаем на первую тренировку, которая будет проходить в тренажерном зале. Тренажерный зал и волейбольный зал находятся в разных местах, но так как город маленький, до каждой локации ехать буквально 3-5 минут. Ну что, поехали? У нас сейчас, как я уже сказала, раннее утро. Смотрите, как светит солнце. Очень солнечный город. Солнечное место, в котором мы живем. Тихо, невероятно. Чаще мы слышим, как поют петухи и птицы, нежели ездят машины. Мы выходим на тренировку. Федор, доброе утро. Дорогу можно переходить, не оглядываясь. Сейчас будет еще одна классная встреча и знакомство с нашей новой машиной. Федь, как тебе наш внедорожник? На таком... Это правда. Смотри, у него появился брат или сестра. Кто-то стал... Наш брат-близнец стал рядом с нами. Смотрите, какая малышка. Малявочка. Вот пендалочки, вот эту вот. Смотрите, кого мы забрали. Джек. Все помните, как Джек выступал за наш легендарный клуб «Уралочка». Мы вместе с Джеки играли в Галатасарай, и теперь вместе играем здесь, в Италии, в мегабоксе. I'm back! I'm back! Good morning! Wow, Virgin! Good morning! It's good contact for my YouTuber. Ciao, Tati! This is Giacomo, our fitness coach. The tallest in the world. Yes. This is his secret. If he wants to be more taller than usually, he should use... He, yes, he should use box. Браво, you are champions, guys! У каждого есть программа, как всегда. А это Даяна Таня. Косарева, которая говорит по-русски. Которая... Да, нет, мне кажется, русской. Да, которая родилась в Москве. Это я. Special girl. Да, так что у меня ждал сюрприз в команде, потому что... Я твой самый огромный сюрприз. Смотри, какая красота. Красота. Брекните огонь. Я запикаю, да? Да, запикаю, все. Потому что в России мне сказали, надо говорить это, а то ты не кажется русским. Я не со зла, а просто так для связки слов. Я начала говорить, да это, но нельзя говорить. Вот будешь пикать все, да? Сан, ну это сан. Вот, like this I can see you and show you. Айде, let's start to have good practice. Fashion blogger. Fashion blogger.
Да, Джеки. Это ты старичков, потому что мне с 15 татуировалось. Пожалуйста, 20 лет, блин. Yes. One only for us. Only for us. VIP. VIP special VIP gym. Так как в основном зале было много людей, у нас есть еще один. Спасибо, босс. Спасибо. We have also this. Бильярд. Qui possiamo fare le cose sexy. Dai, fammi gennaio. Ecco. Ah, gennaio. В тренажерный зал мы ходим двумя группами для того, чтобы было больше пространства. Я в первой группе вместе со своими девчонками. Через час придут остальные. Нам пора начинать. Начинаем работать. Finish. Yeah, wow. Work well done. Grazie. Смотрите, что у нас есть. Дерево с инжиром. I love it. Ask Fyodor to take one for us. No, it's yes, it's ready. It's ready. Yes. Show what is inside. Wow. Wow. Уха. So sweet. Virgi, do you like? Yeah, I love. Ah. My favorite. Ma, we do. Wow. So good. Yeah, it's like funny. It's so good. Yes, so only this period. Do you like? Yeah. Now they're so good. Only this part. Очень вкусно. Блин. Кайф, просто берешь и с дерева кушаешь, смотрите. Вышел с тренировки. Божественно. Девочки, которые здесь уже играют давно, тренируются, не знали, что сзади фитнеса растет такое дерево и можно кушать. Что мы открыли ресторан. See you this afternoon. Ancora non so che ci ricado. How do you feel when taller women than you do this? They're not good. You don't like? What about this? I don't like. Basta. I go. Momo. One more for the video. Only I your friend. Yeah, only yeah, I understand you. She's not my friend and she also is not my friend. I'm your friend. No, you're not my friend. I'm giving you my positive energy. Мы закончили. We are finished. Finally. Yes. Finito. Finito. Тренировка первая завершена. Мы идем в машину. Возможно, заедем за продуктами на местный рынок, потому что по четвергам, а сегодня у нас четверг, работает небольшой итальянский рынок. Федь, положи, пожалуйста, мой рюкзак назад. Джеки, sit, I wanna show how you look like in this inside in this cut. It's like Tonka. Оп! Браво, Джеки! Браво, Джеки!
выглядит местный рынок. Бутики. You can find shoes. Maybe 45 size. Maybe. Dolce Gabbana. Yes, Gucci, Dolce Gabbana, Prada. What do you want? Louis Vuitton. Louis Vuitton? Yes. Нам нужна еда. We don't need dress, we need food. Yes. Cheese, a lot of cheese. Yeah. Смотрите, сколько выбора сыра. Запрещеночка. Опа, моцарелла, буррата. Yes. 4,5 евро стоит инжир. А мы кушаем с дерева. Чао. 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 Buongiorno. Buongiorno. Questo è il prosciutto speciale? Oh. Yes, I know who likes prosciutto too much. You know, do you know player, men's player, Alexey Spiridonov? Yes. For sure he'll ask me to bring him in Moscow, but no, Alexey. Sorry. Двое килли? А если невкусные? Я съем, не вкусно. Все съешь? Okay. Хорошо. If it's not tasty, eat by yourself. Yeah, he said I will eat, no, don't worry. Okay, no problem. You like? Yes. Sorry. Separate, да? Il mezzo. Andiamo sacchetto. Passeggiano, man. Молодец. Все, мы вернулись домой. Первая часть рабочего дня практически завершена. Вот это наш домик. Здесь мы живем. Наши окна выходят немножко в другую сторону. Мы живем на, получается, втором этаже. Здесь он считается первым, но по-нашему это второй. Ты пешком? Нет, настоящие спортсмены ездят только на лифте. Правильно? Так точно. Тем более после тренировки. Ты делал тренировку сегодня? Конечно. Чуть-чуть. Мегабокс. Вернулись домой. Федя готовит обед. Я ему очень всегда благодарна, потому что я готовлю плохо и, если честно, не люблю. Муж, тебе отдельное спасибо всегда. Пожалуйста. Так выглядит мой сегодняшний обед. Салат, рыбка, яйцо. Очень вкусно, сытно и, главное, полезно. Приятного нам аппетита, и дальше мы будем отдыхать. Время у нас в видео летит быстро, мы готовы выходить на вторую тренировку. У нас немножко поменялось расписание, мы выходим раньше, потому что нам нужно сдавать тест на коронавирус. Смотрите, мусор идем выкидывать. У нас два разных пакета. Здесь пакет с органическими отходами, и есть пакет с пластиком, который мы выкинем уже в другой бак. А вообще вот на улице стоят, они разделены. Все просто. Так выглядит наш зал. Мы здесь тренируемся. Играть, насколько я понимаю, будем в другом зале. Пока все наши тренировки проходят здесь. О, все девчонки тут. Чао, girls. Чао. Are you ready for the test? Huh? No. No, nobody ready, never. Чао, Сабинушка.
Так, делается тест. Взяли анализ, и теперь это экспресс-тест. Через несколько минут будет понятно, негатив или позитив. Я плачу всегда. I'm crying always. Thank you so much. Тамина, work. Сейчас покажу вам нашу раздевалку. Нужно из зала просто спуститься вот по этой маленькой лестнице. Здесь у нас физио кабинет, а здесь наша раздевалка. Здесь переодеваюсь я. И вот так симпатично она выглядит. Здесь у нас дальше мы проходим душевые. И здесь туалет. Опа! У нас сегодня примерка одежды. Браво, Джеки, браво, Соня. Yes, it's so cold outside. You need... Wow, beautiful jacket, а? Everyone's pink. Choke fashion. I like the green. Yes, me too. I like... Sorry, Джеки, if you like pink. But you look good in green. Beautiful. This is contrast. If you totally pink, it's not too good. That's true. Yes. Так, нам выдают рюкзаки. Seven. Seven. Kenya Carcasset. Your present, Jackie. I want pink bag. Pink bag? No. This isn't about green. It's green, but kids want green. It's me! Grazie! Prego! It's nice though, it's a nice bag. Yes! Нам выдали новые рюкзаки. У меня 15 номер в этом сезоне. Красота! Наш тренер Фабио. Hello. Hello. Gita, are you ready for the practice? Ready. You're ready. Ready. Смотрите на нас, Джеки. Чуть-чуть пот льется. Little bit sweat. Preparation before the season. Подготовка к новому сезону идет успешно. Виола, how are you? Whew, little bit run. Пока что зима. I'm really good. I'm not sweaty at all. I feel refreshed. Манчу you. Are you ready? Мы закончили нашу тренировку. Мы закончили. Соня, welcome! Джеки, welcome! Это первая тренировка для девчонок, для Джеки вторая, для Сони первая, для меня 15-я, наверное. Браво, girls! Да! Да! Сабиновшка! Наш день завершается, мое видео подходит к концу. Спасибо всем, кто смотрит мой канал, кто болеет, поддерживает меня, всегда рядом. Для меня это очень ценно.
Не забывайте подписываться. Мне это очень приятно, очень важно, стимулирует и двигает меня вперед. Показывает вашу реакцию. Спасибо вам большое. Привет вам от нашей команды. Надеюсь, удалось в этом видео передать вам наше настроение. Наш дружный и классный коллектив готовится к сезону. И нам очень важна ваша поддержка. Увидимся где-то еще. Пока-пока.